Лазаревская, 21 сентября 2017 года. Пляж Гренады. От последствий сильного ночного пожара остался скелет, напоминающий о том, что вчера еще здесь было строение. Со слов очевидцев, пожар начался в полночь, с коктейль-бара, далее язык пламени перекинулся на остальные пристройки. Огнеборцы с трудом подъехали из-за сложности подъезда. Thank you.
Thank you.